Всем привет! Вы на канале Ранчо Санчи и я Александр. Итак, друзья, сегодня я хочу вам показать еще одну мою деятельность, которой я занимаюсь. Это сок Витгрис. Вот это пшеница, пророщенная на высоту где-то 10-12 сантиметров, которая снимается, потом обрезается, делается выжимка сока, потом замораживается шоковой заморозкой и принимается вовнутрь. Очень полезная и очень имеет огромное количество витаминов. Сейчас у меня здесь маленький тут ремонтик, но остановленный, как говорится. Вот. Я выращиваю сейчас эту пшеничку. Вот, пока у меня полив ручной, идет у меня проветривание, здесь окошко у меня открыто специально, сквозняк, вентиляторы стоят. Ну, пока вот как бы так. Ну, сейчас вот здесь все будем переделывать. Вот. Делаю сейчас новый стеллаж. Автоматически будет полностью у меня. Будет подаваться вода. Здесь лежать будут поддончики. Здесь будут проведены трубы. И под таймером будет подаваться вода. И слив будет идти в определенные корыта. Там будет фильтроваться. Там будет насыщаться с кислородом. Вот. Вот такая ситуация, ребят. Вот. Рост растений у меня сопровождается под музыку. Сейчас там у меня какой-то стоит компьютер у меня. И под музыку идет. Вот, для этого лучше роста. Ну, вот такое маленькое увлечение у меня. Вот. Если кому-то интересно, доставка сока у меня в замороженном виде по Нижегородской области. Это город Нижний Новгород, Арзамас и Дзержинск. Вот. По цене это все будем в личку обсуждать. Скажу. Ладненько, всего хорошего. Удачи вам. До свидания, до следующих новостей. Да, кстати, не забудьте подписаться на мой канал и поставить лайк. Всего хорошего.